Lyon, Nîmes, Saint-Raphaël, 29 degrés, Toulouse, 27 degrés, Royan-la-Coubre, Bayonne, Lyon, 26 degrés, Clermont-Ferrand, Dijon, Besançon, 25 degrés, Paris, Nancy, Strasbourg, 23 degrés, Rennes, 22 degrés, Nantes, 21 degrés, Valenciennes, Le Havre, Tours, 20 degrés, Calais-Saint-Angevert, Brest, 19 degrés. Давай, давай, лекарства. Давай, выпьем. Давай. Вот, хорошо. Ложись. Ну как ты? Тебе получше? А? Ну получше? Пока нет. Ну ничего. Ты полежи, глаза закрой и полежи. Слышь, я рядом посижу. Поболтаю с тобой. Ужасно хочется с тобой поболтать. Там уже 100 лет не разговариваем. Посмотри. Посмотри, это что я нашла, а? Посмотри. Ты помнишь? Это же тебе Галя. Ой, воды, давай. Давай. Галя свой гонорар тебе подарила. Помнишь, когда Марга приехала? Молодец, все. Боже мой, сколько всего было за все эти годы. Галя была, Марга была, Леня. Да, ты знаешь, что Леня был в меня влюблен? Ну что ты, он даже ухаживал за мной. Нет, ну я, конечно, так и не смогла в него влюбиться. Я, честно говоря, за всю жизнь так ни в кого больше не смогла влюбиться. Только тебя одному любила. Ну, ты, конечно, ты любил Галю. Я понимаю. Но... Да, воды. Но я все равно знала, что рано или поздно ты поймешь, что у тебя кроме меня больше никого нет. Все, лежи. Ну, а как же иначе? Ну, что ты? Ну, разве можно все это было вынести? Да кто бы еще мог это все вынести? Ты думаешь, мне нравилась наша жизнь? Да, господи, боже мой, разве эта жизнь была? Это же полный кошмар. Ну, теперь все будет совершенно... Иначе ты будешь писать, я буду печатать, будем с тобой жить вдвоем, будем жить тихо. Все будет так, как было раньше. Нет, ну, конечно, не совсем так. Ты у меня уже совсем стал старенький. Да, ты знаешь, я даже рада. Вот теперь ты уже от меня никогда не денешься. Ой, ты посмотри, я развязала. Посмотри, ты видишь? А, Ян, ты спишь, что ли? Ян, ты слышишь меня? А? Ян, ну что такое? Ну, Ян, ну, боже мой, ну подожди, давай, надо встать, пожалуйста, ну, давай, я тебя прошу, ну, давай, вот я помогу. Ну-ка, давай, руку, ну-ка, давай, вставай, ну-ка, тяжелый, Ян, ну какой же ты тяжелый, ну, давай, Ян, вставай, Ян. С чего все началось? Той осенью к Яну как будто молодость вернулась. Стричься стал коротко, бороду сбрил. Поехали в Грасс. Втроем. Но он же всегда добивается своего. Я начала вести дневник, чтобы хоть с ума не сойти. Знакомым он объяснил, что Галя его ученица. А мне он просто сказал, теперь она будет жить с нами всегда. Галя, по-моему, вы мне солнце загородили. Так солнца нет. А? Что? Жаль. Прошу прощения. Извините за беспокойство. Я ищу месье Бунина. А он купается. Понимаю. Ой, простите. Гуров, писатель. Я из Пскова. Очень приятно. Ага. А вы? Мадам Бунина. Мадам Бунина, это я. Ой, простите. Что вам угодно? Еще раз простите.
У меня письмо к Ивану Алексеевичу от семьи господина Нобеля. Личное. И что? Они что, тоже все подались в Псков? Нет, в Пскове я жил. Я проездом из Пскова, да. А сейчас я проездом уже из Стокгольма. Да. А вот Иван Алексеевич. Дорогой Иван Алексеевич, здравствуйте. И, имея случай, случайную возможность, не могу ей не воспользоваться, чтобы увидеть, так сказать, воочию последнего русского гения. Это еще что такое? Это писатель, Ян, писатель. Гуров. Да не надо. Леонид Гуров. А, вы, мне кажется, писали. Да, да, Иван Алексеевич, но сейчас не об этом. У меня к вам письмо от Нобелевского комитета, по-моему, самыми приятными предположениями. Иван Алексеевич, вас выдвинули на соискание. Дорогой Иван Алексеевич. Извините, мсье Гуров. К сожалению, не имею возможности вас приветствовать по всей форме. Как видите, я насквозь мокрый. И совершенно не знаю этикета знакомства при купании. По-моему, я не вовремя. Его уже третий раз выдвигают. Все без толку. Поэтому, кроме раздражения, как видите, это уже ничего не вызывает. Гений. Вы думаете? Извините, что я вас так огорчил. А, ничего. Просто у нас дома Нобелевская премия, запрещенная тема. Просто у нас дома, Сигуров, очень много странностей. Ой, простите, давайте. Приятно. Мне тоже. Это Галя Плавникова. Ой. Ой, осторожно. Ученица Ивана Алексеевича. Он учит ее писать стихи. А, вот. Она не из Киева. Там мне казалось, как-то... Почему? Ну, мельче. Да. Нет! Этот месье от Нобеля что, решил у нас поселиться? Тише ты, Ян, тише. Ну, что ты предлагаешь? Не выгоняй же человека на ночь глядя. Куда он пойдет? Он же совершенно один. Ты представляешь, у него, оказывается, отец был помощником министра при Керенском. А умер совершенно один, швейцаром, в Стокгольме. Ты представляешь? Ну, разумеется. Я в эмиграции вообще никого ниже министра не встречал. Ну, ладно тебе. Официантка обязательно графиня. Извозчики, то бишь таксисты, как известно, все до единого генерала. Ну, ладно. Интересно, откуда в русской армии набралось столько генералов? Ну, перестань. Проходимец, скорее всего. Тише ты, Ян, ну, я не понимаю, что тебя так раздражает? Ты не представляешь, как он искренне тобой восхищается. Понимаешь, он говорит, что поверял алгеброй гармонию твоей прозы. Алгеброй? Да. Еще один припадок. Ян! Извини, держи, Вера. Держи, держи, держи. Все, пошли. Пошли, 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 пошли. Мы уже идем. Леонид. Расскажите, какие там новости. Какие новости? Как, ваши шансы на... Иван Алексеевич, а давайте покажем гостю наш сад. А потом, когда Вера Николаевна все уберет, мы вернемся, попьем чаю. Ну, конечно, Вера Николаевна все уберет. Вера Николаевна здесь прислуга. Я помогу вам, Вера Николаевна. Послушайте, мадам, вы же обе не даете мне жить. Имейте в виду, Леня, вы попали в крайне нервный дом. А вы знаете, я напротив, такой человек спокойный, такой равновешенный. О, меня это совершенно не смущает. Ну, а все-таки, расскажите нам, какие новости на белом свете. Если честно, Иван Алексеевич, может быть, это совершенно бестактно, но я просто потрясен добротой и красотой вашей жены. Вера Николаевна, простите. Ой. Еще раз простите. Спасибо. Просто браво, Леня. Ход конем. Давайте-ка лучше. Садитесь, Леня, садитесь. Выпьем водки. Вы водку-то пьете? Вообще-то нет. Может, сегодня. Ага. Да? Батюшки, и водку не пьет. Положительно, мы приютили ангела. Оказывается, я еще могу кому-то нравиться. Приятно.
Яна, это даже как-то задело. Ох, он не любит, когда мне делают комплименты. Но я настояла, чтобы Леня остался у нас. Пусть Ян помучается, ну хоть чуть-чуть. Может, он вспомнит, кто его жена? Ты не спишь? Заходи. Ну-ну. Я пришел сказать тебе спокойной ночи. Ложись, а то опять будет голова болеть. Он лег рядом, запятая, привалился к ней, запятая. Вы очень-очень медленно диктуете. Я не очень хорошо разбираю его почерк. Да потому что вы не понимаете то, что вы читаете. Для того, чтобы разбирать его почерк, нужно пытаться угадать сердцем его мысли. Вот и все. Да, пожалуйста. Вера Николаевна, я поэт, а не секретарь, и... Знаете, я тоже когда-то занималась химией. Ну что здесь? Непонятно. Вера Николаевна, да? Лёня, мы в кино пошли. Хорошо, идите. Кино. Она красивая. Кто? А, Галя красивая. Галя? Угу. Ну, вы знаете, как-то она не в моем вкусе. Что, почему? Мне как-то, знаете, какие-то другие все женщины нравятся. Да что вы, какие? Какие мне нравятся? Вы знаете, какие? Чистые. Добрые, преданные женщины. Нравятся мне. Вот как вы, Вера... Ой, простите меня. Рассердились, да? Я? Да. Ну, как видите, нет. Нет, я вижу, вы рассердились. Ну, перестаньте, Лёня. Хорошо. Лёня, я не рассердилась. Да? Наоборот. Мне даже приятно. А мне кажется, вы рассердились? Нет, я не рассердилась. Я же вижу, что рассердились. Лёня, перестаньте, ну, пожалуйста. Правда, не рассердились? Ну, конечно, я не рассердилась. Не видите? Я вам не верю. Послушайте, я вам клянусь. Вы знаете... Что? Ну... Вот если вы не рассердились, да, тогда дайте мне руку поцеловать. Лёнь, ну она грязная, я же рыбу чистила. Ну что? Лёнь, Лёнь. Лёнь, ну что? Лёнь, ну что, она грязная, правда?
Лень, ну правда, рука грязная. Ну, подождите, можно я просто фартуком вытру? Леня. Ой, Леня. Леня, телефон. Телефон, телефон! Чувствую, я колю орехи и думаю, что-то будет, что-то будет. Да? Да. Лёнь, прости, пожалуйста, звонок точно был с тобой. Точно, я перепроверил, прошу вас. Ой. Да, я перепроверил, но сначала говорила Вера Николаевна на втором этаже. Да, я сам не знал, что, правда, неправда. Подожди, Лёнь, я должна к нему вернуться. Вера Николаевна, прошу вас, не надо. Да ему надо побыть одному. Да? Ему сейчас так тяжело. Конечно, я знаю по себе. Хорошо, хорошо. Пусть побудет один, я согласна, да, хорошо. Конечно. Первый раз появились в Париже втроем. Да, у меня было такое ощущение, что про Нобелевскую премию все давно забыли, а говорят только о странностях наших отношений. Галина Николаевна, поедемте. Ну, поедемте в Ниццу, в Англию. Ну, чем я хуже этого вашего Бунина? Галина, ведь у вас же есть невеста. Да нет, у меня никакой невесты. Поедемте прямо сегодня. То есть вы опять сбежали из-под венца? Прошу вас, не будем об этом потом. В конце концов, я и тоже книжки пишу. А кто лучше, я или Бунин? Потомки рассудят. Поймут. Послушай, я не знаю, но, может быть, меня тоже завести любовника? Перестань говорить пошлость. Значит, когда дело касается тебя, это любовь, а у меня пошлость. Да, Вера, да, именно так. Я не понимаю только, почему ты до сих пор себе это не усвоила. Пропусти даму. И давай прекратим этот нелепый разговор. Не могу здесь оставаться. Вера. Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь. Галя, наконец-то, где же ты? Оставьте. Я еду домой, отпустите меня. Да вы что, говорили, что ли? Что случилось? Я ничего не понимаю. Не смейте со мной разговаривать, как с ребенком. Подожди же, постой. Отпустите мою руку, мне больно. Господа, прощальный наказ. Дайте же вы меня, наконец. Снимай! Галя!
Ты с ума сошла? Ты простудишься! Ты же ботики забыла! Вот и замечательно, вот и пусть. Не будет больше этого унижения. Никогда больше не будет. Господи, какого унижения? Что с тобой? Такого? Ну как же ты не понимаешь? Ведь они же все сплетничают, про нас злобствуют. Когда ты рядом, это еще ничего, а так же это просто невыносимо. Они со мной разговаривают, как с кокоткой какой-то, понимаешь? Это же просто нестерпимо. Батюшка. Мало мне разговоров о твоей жене, так еще и Адольфцева какая-то. Ну как же такое может быть? Ты волочишься за каждой юбкой. Да ты никак ревнуешь. А что тут смешного? Что? Не может быть. Господи, так ты плакала из-за этих красоток? Встань, пожалуйста, с колен. Ты же испачкаешься. Вставай. Не могу поверить. Я тебя сейчас зарежу и съем. И что, они так и поехали втроем? Так и поехали. Вера сначала сказала, если Галя поедет, я не поеду. А Бунин говорит, не порт мне самые счастливые минуты жизни. В качестве кого же там присутствует Галина? В качестве ученицы. Все газеты фотографии. Нобелевский лауреат Бунин с женой Муромцевой Буниной и поэтессой Плотниковой, ученицей писателя. А как же Вера? Это терпит? А что ей остается делать? Она жена гения. Она сама так говорит. Угу. Меня она пыталась убедить, что у Ивана с Галиной чисто платонические отношения. Сама-то не верит, бедняжка. Я одного не могу понять. Зачем это нужно Галине? Да бросьте, Марга, не лицемерьте. Вы все отлично понимаете. Он большой писатель, очень обаятельный человек. Да и потом, на что бы она жила? Господи, как меня осточертил борщ. Шампанского! Давайте немедленно шампанского! Банкет продолжается. Гулять и гулять. За здоровье Его Величества Короля Швеции! За здоровье! Ура! Ура! Ура. И за кронпринца, он мне понравился. Он милый, милый. Очень милый. Да ты видела мою принцессу? Видела. Мою Ингрид. Обольстительная женщина, красоты небесной. Меня, естественно, не читала, но и черт с ней. Прочтет и поймет, какое крупное дарование сидело с ней рядом. А ты с каким-то старым чертом там шепталась? А он художник. Тоже неплохо. Что с тобой? Вера с кронпринцем, Галя с художником, а все благодаря кому? Все я. А какую я сказал блистательную речь? Да, это да. Только вот от сознания и важности момента чуть не обосрался. Ну а что такого? Я думаю, простили бы. Говорят, штаны наложил. Ну я, ну не премия-то. Надо. Вот она. Премия кому? Бунину? А советом шиш! Ну, Ян, я тебя прошу. Ну, я предлагаю немедленно выпить за меня. Давайте. Давайте. Тихо. Я скажу речь. Угу, дамы и господа, мы собрались здесь, чтобы поздравить нашего дорогого лауреата, солнце и одновременно луну русской литературы, Абрама Матвеевича Бунина. Всем нам давно и хорошо знаком его нежный характер, его мучительная склонность к самопожертвованию, наконец, его юношеская стыдливость. Вот качество, навеки привязавшее нас к Акакии Дармидонтовичу Бунину. Что же касается его писаний, то хрен с ним. Хочет, пускай пишет. Если это кому-нибудь нравится, пожалуйста, только не слишком много. И пусть помнит, что России Бунин не нужен. России нужен Горький. Ура! Дамы и господа! Ура! Mit welchem Abteil beginnen wir, Herr Inspektor? Herr Инспектор. Ну, слава богу, граница. Пистолет спрятала? Опять стоять будем. Зачем? Смотри, немцы найдут, тебя посадят. Почему меня? Да ну вас. Я думаю, они не посмеют досматривать. Слушайте, давайте газеты разложим. На самом видном месте, чтобы сразу все заметили. Скорее бы домой. Я открою. Антре! А у кого паспорта? Guten Tag, Ihre Pässe und Ihr Gepäck, bitte.
Мы не говорим по-немецки. Да, сейчас, одну секундочку, где паспорта? Ich sagte Ihre Pässe und Ihr Gepäck bitte. Malheureusement, nous ne parlons pas allemand. Bitte machen Sie mal den Koffer auf. Monsieur Bonin. Il rentre de Stockholm où il a reçu le prix Nobel. Schneller bitte mit dem Koffer. Что происходит? Я не понимаю. Скажи им, кто я такой. Я уже сказала. Ну как сказала? Они не понимают визит? Это же сущее издевательство. Завтра все газеты напишут. Я ничего подобного не вижу. Вон! Вон отсюда! Убирайтесь! Что смотришь, сволочь? Ну не надо нас арестовать. В конце концов, что это? Нас за преступников принимают. Ну, конечно, пожалуйста. Чего они хотят? Я не понимаю. Чего они хотят? Имейте уважение хотя бы к моему возрасту! Подожди, не кричи. Нет, давайте я вам объясню. Негодяй, кому ты поможешь? Этим подросткам! Успокойся, не волнуйся, давай руку. Негодяй! Негодяй! Ну, осторожно, что же вы делаете? Варвары! Ну, пожалуйста, ну не зли. Да как вы смеете? Не надо. Да что это такое? Да не задушите его. Я лауреат Нобелевской премии. Я, ну не кричи. Месье Лефисье, подожди, подожди. Все уже, все. Кому ты помогаешь? Я никому не помогаю. Да что? Сейчас, сейчас все будет хорошо. Ну потерпи, ну потерпи, пожалуйста. Осторожно. Да что же это? Да как вы смеете? Сейчас, сейчас, все залезли, Леон П. Все. Ну что, все? Я вас опозорю! Куда вы ведете же их? Я не могу при дамах. Вы на вепале дураду на традекум сам. Галя, уйди. Лесе моа. Alles? Dann wünsche ich Ihnen noch eine angenehme Weiterreise. Auf Wiedersehen. Sag mal, was sind denn das für zwei Russen in diesem Abteil? Und warum hat der Kerl überhaupt zwei Frauen dabei? Надевай. Вера, да. Они испортили мой костюм. Почему? Мой костюм, я его не надел. Успокойся. Дай другой. Хорошо, хорошо. Хорошо, я сейчас принесу. А пока накинь что-нибудь. А то замерзнешь, а? Иван Алексеевич, да. Вам нужно одеться. Давай, Ромашку. Я уйду. Иди. Галя, побудьте, пожалуйста, с ними. Я сейчас схожу за халатом. Может быть, ему лучше одному побыть? Галь, ну что же вы говорите? Вы что, не понимаете, что он может спрыгнуть с поезда? Excusez-moi. Галя, я же попросила вас. Кен, я принесла халат. Хочешь побыть один? Может быть, ты ляжешь, отдохнешь, поспишь. А? А я пойду, хочешь? Я, ну не надо так переживать. Ну не надо, они тебя не стоят. Ну, пожалуйста. Ну, все, 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 все. Как они? Я все понял. Не гоните. Все-таки
напрасно не взяли водки и селедки. После Нобелевской к нам стали часто приезжать знакомые. Вот и сегодня Аля с Соней затеяли пикник. Кстати, до премии Аля не показывался несколько месяцев. По-моему, он Яну ужасно завидует. Хотя, конечно, пытается это скрывать. Ой, а может, надеется одолжить у нас денег? Соне-то деньги не нужны. Она у нас миллионщица. Знаешь, Иван, я думаю, что все свои деньги от премии надо вложить срочно в процентные бумаги. Это очень выгодно, господа. Ну ладно, сами тебе не очень разбогатились в процентных бумагах. Верникова. Нет, я думаю, что лучше всего купить большой дом где-нибудь на берегу моря. Только покупайте скорее, а то профукайте. Вот, правильно. Или я даже думаю, что лучше купить не дом, а большую квартиру в Париже. Нет. А можно и то, и другое. И то, и другое. Нет. Поверьте мне, я вот уговариваю. Иван Алексеевич открыт. Откройте издательство. Ой. Вот поддержите меня, Софья. Какое издательство? Иван, не вздумайте. Сейчас русских издательств больше, чем русских читателей. Да. Потом, поверьте мне, опытный капиталист. Это такая скука. Как всегда правы. Ой, продала бы фабричку, жила бы на аренду. Мы, в сущности, старые, больные люди. Нам пожалуйста. Бы домик, кухарку приличную. А Галина Николаевна, кстати, спрашивали по этому поводу? А? Гнилая пробка, господа. Ну и что теперь? Галину Николаевну спросили, Иван? А Галину Николаевну мы спросим тогда, когда она приедет. Она заболела, нам пришлось оставить ее кофтуну в Париже. Ян, тебе можно? Заболел. Я уж не знаю, какой из кофтуна врач, но вот сестра его, может быть, весьма опасна для хорошеньких женщин. Аля, цыц! Брат с женой ушли, я пришла вам поставить банки. Переворачивайтесь на живот, задирайте рубашку. Марк, отвернитесь, пожалуйста. Не подумаю. Я же не мужчина. Можно вам задать один бестактный вопрос? О, я вижу, вам наговорили про меня кучу гадостей. Почему же? Совсем нет. Галина, я очень люблю мужчин. Угу. Только вот мой последний роман был немножко грустный, потому что это был один хромой офицер, у которого не было левого глаза, левой руки, а по ночам он вскакивал и бегал с воем вокруг постели. О, боже, какой кошмар. Подождите, настоящий сейчас. Пожар. Галина, я сама. Ну, ложитесь. Вы что? Осторожно. Марк, давайте, переворачивайтесь. Как вы меня напугали. Переворачивайтесь. А правая-то у него была? Правая у него была. Как же он бегал хромой? Ему же было неудобно. Ну, он бегал на костылях. Больно. Ну, совсем немножко же. Тянет так. Терпите. Когда их снимать? Да, они сами отпадут. Останутся у вас коричневые пятна. Как у леопарда. Что навсегда? Нет, до свадьбы заживет. Спасибо. Ну, слава богу. Я уж думал, ты не приедешь. Бонжур, месье. Хорошенькая, а у меня для тебя кое-что есть. Моя? Твоя. Наконец-то вышла. У тебя есть спички? Спички, спички. Сейчас. Ты что, курить начала? У Марки научилась. Хорошо тебе у кофтуна обжилось? Хорошо. Марка за мной ухаживала.
Может, ее к нам пригласить? Давай пригласим. Давай. Я ужасно скучал. Пожалуйста, попроси, давай с тобой машину выйдем. Я хочу прогуляться. Что-нибудь случилось? Нет. Monsieur, on descend. S'il vous plaît, transportez notre bagage à Villa Jeannette. Ты смотри, сколько здесь опечаток-то. Просто кошмар какой-то. Ты прости меня, пожалуйста. Я просто что-то не в себе сегодня. Была возрождение. Денег опять не дали. Они мне надоели. Больше они от меня ни строчки не получат. Стихи взяли? Твои взяли. Мои нет. Как обычно. Ты глянь, как хорошо. Представляешь, тебя не будет, меня не будет, а здесь все будет вот так же. Что за страна? La belle France. Нет на свете места лучше. А Россия? Россия. Той России, которую я знал, уже никогда не будет. Невозможно с этим смириться, как со смертью. Не могу себе представить, что не увижу больше ни Москвы, ни деревни. Понимаешь? Я не то, что боюсь смерти. Она мне отвратительна. Я-то знаю, что после смерти ничего нет. Для кого-то, может, есть. А для меня ничего. Тьма, пустота. Знаешь, за что я ненавижу? Больше всего большевиков. Всю эту левую шать, революционеров, новаторов. Есть в них какое-то скопчество, какая-то бесчувственность. Ты вспомни их лица, кастраты. Переделывают жизнь те, кто ни черта в ней не смыслят, кому любить не дано. Ведь это как с женщиной, если любишь, так вот всю. Со всеми ее слезами, истерикой, с толстыми ляжками. А эти любят идеал. Идею Господа подправляют. Как подумаешь, из-за какой мелкой бездарной гадины рушится вдруг все. Жизнь, счастье, надежды. Ей Богу хочется удавиться. Иван Алексеевич, Марга хороша, а? Милая дама, только есть в ней что-то монументальное. Мне очень нравится. Господа! Ой,
Вера Николаевна. Как статуя. Я пошла купаться. Кто со мной? Я. Ой. Я, Вера Николаевна. Я мысленно с вами. О, еще одна наяда. Смотри, не утони! Какая чудесная композиция для начинающего фотографа. Писатель среди людей. Уберите эту гадость. Еще не хватало. Ой. Замечательно. Ян! Ян, ты идешь куда? Хорошо здесь. Пойдем со мной. Как спокойно. Это здесь-то спокойно. Да нет, я имею в виду. Грасс, я очень люблю Прованс. Галина, вы так похорошели после болезни. Спасибо. Леня? А? Сегодня все нервничают немножко. Ну, вы поживите здесь с нашим-то. Вы даже себе не представляете, как этот великий мучает, тиранит и унижает ту, которая только одна его любит. Вы имеете в виду Галину? При чем тут Галина? Я говорю про Веру Николаевну. Вы ее очень любите. Кого? Веру Николаевну. Не Галю же. Это что, так бросается в глаза? Бедный. Тяжело вам, наверное. Вы знаете, порой просто совершенно невыносимо. Просто невыносимо. Я иногда себя спрашиваю, ну что я здесь делаю? Так уезжайте. Нет. Я не могу ее оставить. Нет, я обязан ее спасти. Алёня, вы достойный человек. И ваши чувства вызывают у меня уважение. Спасибо. Какие чувства? Все. Вера Николаевна. Леня, по-моему, она тонет. Вера Николаевна! Ян! Вера Николаевна! Да ну! Ой, да ну! Я не слышу! Мама! Ой! Вера Николаевна! Да ну! Кто? Вера Николаевна! А? Леня, да идите уже в конце концов. Я иду. Что? Иду, ага. Хорошо. Ой! Да. Все, иду! Николаевна, я плавать не умею. А? Плавать не умею, кто? А? Леня, держите ну, так. Давайте быстрее. Тогда, тогда, да. Вера Николаевна, прощай! Галя, Галя, скорее! Вера Николаевна! Что? Что случилось? Здесь! Я с вами! Галя, Галя, Галя! Иван Алексеевич! Что такое? Что с вами? Иван Алексеевич, беда! Вы с ума сошли? Извините, что случилось? Поднимайтесь. Там Вера Николаевна тонет. Вере плохо. Ага, идет. Где? Так надо в море. Да вам-то в море, господи. Идите, господи, уже. Идем. Помочь надо. Леня. Ага. Что происходит? Сейчас. Она дышит. Леня, Марка. Возьмите шляпу, что ли, пока. Держите вы. О, господи. Галя, возьми ее покрепче. Вера Николаевна, на себя ногу. Ты меня слышишь? Ты куда тебя черт понес? Ты же плаваешь, как топор. Вера, что ты устроила? Я чуть с ума не сошел. Ой, а вот нога болит. Сейчас, а вот сейчас. Вера Николаевна, чуть. Ой, Ян, ты накаркал, накаркал. Что я накаркал? Куда ты полезла? Ты чуть не утопла. Вы под руку ей сказали, когда... Что под руку? Вера Николаевна, нужно отвезти. Нужна машина, Иван Алексеевич. Леня, вы что, нужна не слышали машину? Подождите. Я тоже слышала, вы сказали, смотри, не утони наяды. Да, какая наяда? При чем тут наяда? Ой, спасибо вам. Ой, Марга, ну, просто спасите. Отпустила. Ой, Вера Николаевна. Ну, испугалась. Ну, ногой. Ой, я испугалась. Все хорошо? Кошмар. Все хорошо. Кошмар. Все хорошо. Я нашел! Вера Николаевна! Я нашел! Давайте носилки скорее сюда. Нашел! Вера, подожди, не паникуй. Нормально. Первая степень переохлаждения. Побледнение кожи с потерей чувствительности, жжение, боль кожи становится синюшно-красной, болезненно-отечной. Все как у вас. Вера Николаевна. Да, я слушаю. Второе. При появлении этих признаков жизни теплое питье, чай, кофе, алкоголь. О, наконец-то. Может, все-таки алкоголь? Получила.
Получила и тут же стратила. Дальше. Ну, жировые повязки, гусиный свиной, несоленый жир. Боже мой, ты что? Ой, гонорар! Вера Николаевна, это ах, какой шар. Роскошный подарок. Вы большой, это вам, спасибо. Ну, ей-то будет спасательный круг. Ладно тебе, ты же как залазишь. А где Марга? Благодарю вас. В саду спасибо где-то бродит. Лёнь. Потрясающая ручка. Спасибо. Так, на чём куда ты? Она сейчас придет. Ну, давайте. Так, осложнение. Угу. Столбняк, рожа, флегмона, сепсис, гнойный артрит. Развяжи, пожалуйста. Остеомиелит, лит. Зачем ты так завязал? Истощение. Какое истощение? Марга, я вас искала. Добрый вечер. Это вам. Мне? Спасибо. Какой портсигар. Но это же все ваши деньги. Ничего, у меня еще осталось. Ну, вам стоит меня остерегаться. Почему? Ну как, вы что, забыли хромого офицера, который выл по ночам? Марга. Дым сигарет, нарисованные брови и голос бархатный, стальная прелесть глаз. Я не скажу, которая из нас смирилась первая, поняв, что в этот раз спасения не будет. Что-то вдове в обеих промелькнуло, и тот час, потупившись, застыло в изголовье. Я, конечно, даже вообразить ничего подобного была не способна. Поэтому в ту ночь я крепко спала, как оказалось, единственная во всем доме. Доброе утро. Доброе утро. Кофе? Ой, нет, спасибо, Вера Николаевна, я есть не хочу. Иван Алексеевич, позвольте папироску. Певицам же, кажется, нельзя курить. Но я чуть-чуть. Да я давно уже не певица. Сходить? Да. Вы, барышня, поосторожнее себя вели. Иван Алексеевич,
Иван Алексеевич. Иван Алексеевич. Не забудь бумаги. Вот это брать? Да. Хорошо. Марга, оставьте нас. Хорошо, Иван Алексеевич. Галя, помнишь? Это же безумие. Это же противно природе. Иван, меня бесполезно останавливать. Потому что я так уже решила. Мы... Этого не может быть. Это наваждение какое-то. Послушай меня, ты с ума сошла. Это может быть, понимаешь? Отпусти меня, ну, отпусти меня. Сейчас же отпусти меня, потому что ты сама вся виновата. Как она тебя целует, скажи? Как? Как? Вот так? Нет. Какое место? Скажи. Нет, ненавижу. Я ручусь. Ненавижу тебя. Скажи, чего тебе не хватает? Я все сделаю. Только останься со мной. Не трогай, мне больно. Что случилось, Ян? Что случилось? Уйди с глаз долой, Вера! Уйди к черту! Я тебя никуда не пущу. Ну как же ты не понимаешь? Я люблю ее, не тебя! Марга. Марга, милая. Иван Алексеевич. Умоляю вас. Не отнимайте. Иван Алексеевич, я уже стыдно потом. Вы еще молодая. Вот с чем. Все впереди. А у меня нет ничего. Ну что ты унижаешься? Ну как ты можешь так унижаться? Марга, я не могу больше этого выносить! Бог, Марга, что вы со мной? Иван Алексеевич, Галина все-таки не вещь. Что ты хочешь, а? Что ты делаешь? Оль! Что ты ищешь? Скажи мне, что ты куда ищешь? Куда пистолет дели? Какой пистолет? Какой танки подаренный! Нет! Не пущу! Не пущу! Не пущу! Не дам! Не дам! Прекрати! Пусти меня! Пусти меня! Нет! Не дам! Отдай! Thank you.
Он ведет себя как безумец, пропадает целыми днями, тратит уйму денег. Я уверена, что он их раздает. Леня, эти деньги он раздает их каждому встречному. Вы представляете, он начал выпивать. Леня, ему нельзя, нельзя. Вы послушайте, он же ничего не пишет, ничего не читает. Он даже перестал ходить в кинематограф, вы представляете? Вера Николаевна. Ну что, что Вера Николаевна? Вера Николаевна. Вот Вера Николаевна попросила его о мелочи. Ну просто, взять кухарку. Он взял кухарку? Он не взял кухарку. Леня, он не взял. Вот где он? Где он сейчас? Леня, где он сейчас? Вера, неизвестно. Николаевна. Неизвестно. А я должна сидеть и ждать. Сидеть и ждать. А у него в голове только Галя и Марга. Вы знаете, Вера. Леня, вы знаете, что Марга мне написала письмо. Вот как вы думаете, что она мне пишет? Леня, она просит у меня извинений. За что? Господи, ну за что? За то, что она наконец прекратила это чудовищное положение. Леня, вы не представляете, как я ей за это благодарна. Как я ей за это благодарна. Да скажу я Ивану Алексеевичу, чтобы он взял в дом эту кухарку. Я прошу вас, Вера Николаевна. Ой. Ну, одну минуту, я прошу, выслушайте. Я должен вам сказать. Ну, что тут можно сказать? Вы очень устали, вы очень устали. Да. Давайте отдохнем вместе. Поедемте со мной в Ниццу. Давайте поедемте. А его оставим одного, и пусть он здесь застрелится. Правильно? Вера Николаевна. Ваня, ну ради бога, ну хотя бы вы-то, ну не сходите с ума, ну давайте, ну давайте. Я люблю вас, Вера Николаевна. Прекрасно, великолепно. Вы любите меня, я люблю его, он любит Галю, Галя любит Маргу. Боже мой. Послушайте, это просто какая-то опера. А? Вы что сказали? А, месье Бунин, бонжур. Ça va? Un cognac? Vous êtes au courant des mauvaises nouvelles? Плохие новости. Вы в курсе? Ma radio est en panne. У меня сломался приемник. Les Boches sont à Paris. Фрицы в Париже. Vraiment? Неужели? C'est affreux. Ужасно. Personne ne pouvait croire que ça irait jusque-là. Paris. Merde. Encore un cognac, s'il vous plaît. Еще коньяк, пожалуйста. Les prix ont changé. Цены поднялись. 600. 600. C'est le prix d'une bouteille. C'est бутылку? Non, c'est le prix du verre. Нет, за рюмку. Désolé. Les stocks sont épuisés, il n'y a plus de livraison. Поставки прекратились. Eh ben, à Paris, on ne boit plus que de la bière. В Париже теперь пьют только пиво. Pauvre France. Несчастная Франция. Allez, à l'ancien prix. Ладно, вам по старой цене. Я вам помешал? Да. И pourtant je reste. Я все равно останусь. Иван, мы вас всюду ищем. Пойдем. Уж полгорода обидно. Куда вы меня тащите? Excuse-moi, мадам. Аля хотел попрощаться. Я хотел с тобой прощаться. Уезжаешь? Да, уезжаю завтра. От войны бежишь? И из-за войны тоже. Надолго? Я думаю, навсегда. И куда? В Россию. Куда? Туда, туда. Ты что, спятил? Да что вы заладили, спятил да спятил. А вы не спятили? Гитлер в Париже, они сидят. И так нищие. Когда вас в лагерь отправят, тогда поймем, кто спятил, а кто нет. А там, между прочим, войны нет и не будет, я думаю. Обещают дом, деньги, машину. Орден Ленина вам не обещают? Надут, возьму. Я не год. И премию. Ну, не Нобелевскую, то хоть сталинскую. А на большевиков ваших я плевать хотел. Я еду домой. Да нет у тебя дома. Какой дом? Ты что, в своем уме? Ваня, и отняли у тебя этот дом, эти самые большевики. Если б ты знал, как тебя там ждут. Тебя же с колоколами встретят. Ты хоть будешь жить как человек. Поедем, а? Какая ж ты скотина. А я ведь могу и в морду дать. Что? Ах ты, гадина! Успокойся!
перестаньте! Да я тебе... Перестаньте! Катертью дорога! Стыдно! Кати! Стыдно! Безумец! Вы же не увидитесь, может, никогда. Иди ты к черту. Кошмар, цены немыслимые. Я ничего не купила. Скажи, почему ты не гасишь свет? Я встретила соседей, они боятся бомбежки. Я боюсь, что они вообще могут на нас донести. Они могут донести только на меня. Ты же не еврейка. Я не собираюсь спокойно смотреть, как тебя будут забирать в лагерь. Надо немедленно ехать. Куда? В Грасс. В Грасс? У тебя что, есть деньги на пансион? К Буниным. Душа моя. Ты помешалась. Как ты себе это представляешь? А, здравствуйте, Иван Алексеевич. Здравствуйте, Вера Николаевна. А вот и мы. Вы нас не ждали? Ну, что вы, мы же вам не чужие. Так, что ли? Нет, ну, может быть, как-то иначе. Я им действительно не чужая. И если Иван меня так любит, как он всегда говорил, может, он хоть что-нибудь для меня сделать. Вон Гуров до сих пор живет. И ничего. Может, я помешалась? Я не знаю. Да, ты немыслимая какая-то стерва. Да, ты стерва. Я тебя обожаю. Ты знаешь другой выход? Я нет. Да, мы на месяц-другой поедем к ним, схоронимся, а потом попытаемся пробраться в Швейцарию или в Америку. Вот и замечательно. Пожалуйста, напиши ему письмо. К черту. Письмо пиши сама и сама с ним разбирайся. Дорогой Иван Алексеевич, дорогая Вера Николаевна, коман сова. Как мы поживаем? Извините, Леня. Ничего. Чудно поживаем. Прекрасно. Только вас, блядь, ждем в гости. Нет, какая наглость. Ну, успокойся, я тебя прошу, успокойся. Успокойся, пожалуйста. Это невероятно совершенно. Неприлично. Что они собираются устроить у меня в доме? Как ты не понимаешь, Марге грозит лагерь. А я что по этому поводу? Рыдать должен, а, Леня? Да я спляшу у нее на могилке. Так нельзя, так нельзя. Нет, ее надо пожалеть. Надо пожалеть, им некуда деваться. Нет. Скорее бы в землю. Ну, все беру на себя! Иван сам Алексеевич, выкопаю! Сюда. Сам лягу! Иван Алексеевич! Да только заройте по-человечески! Ну, что кричите там, а? Не волнуйтесь, я сейчас.
Иван Алексеевич, ну что вы делаете? Вера Николаевна расстроится. Леня, как вы думаете, Гитлер возьмет Москву? Возьмет. Там офицеров нет, воевать некому. Да и радоваться нужно, что возьмет. Одна гадина сожрет другую гадину, и мы вернемся с вами. Радоваться? Вы соображаете, что вы говорите? Это же Россия все-таки. Это не Россия, а Советский Союз. Постойте. Вы не понимаете, что вы говорите. Ведь там наши с вами родители в земле лежат. Там ваша мама похоронена. Не смейте трогать мою мать! Ян. Дурак. Ян, послушай, кретин. Пожалуйста. Ян, может быть, мы все с кем напишем? Ну, еще ты пришла. Вы отстань. Ну, вот. О, Господи. Ну, что ж такое? Сколько ж может терпеть эту ересь, Вера Николаевна? Бедный, как же вы все это терпите? Вера! А? Где ты? Ты где? А? Напиши им. Черт с ними. Пускай приезжают. Хорошо, Ян, я напишу. Ян, ты молодец, правильно. Ты очень добрый человек. Ненавижу этого взбесившегося халуя. Кого? 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 Гитлера, разумеется. А кому я обязан счастьем видеть эту парочку у себя в доме? Ян, ты чудный, чудный. Бедная, бедная. Зато мы их возьмем. Денег нет, семьи нет, дома нет, детей нет, жены скоро не будет. Что я нажил, Соня? Кроме геморроя, конечно. Иван, Вера вас не бросит. Ну, в том-то и дело. Галя с Маркой меня тоже не бросает. Меня никто не бросает, к величайшему моему сожалению. Единственный собеседник в радио, от которого сейчас, как вы понимаете, радости маловато. Хотел застрелиться, так Вера, пожалуйста, украла пистолет, спрятала. Говорит, что выбросила, греха подальше. Врет, конечно, все мне врешь. Правды ни от кого не добьешься, ничего не разберешь. Русские врут, немцы врут. Говорят, они к Волге вышли. С Сталинграда они взяли? Как вам не стыдно? И вы туда же, Соня! Нет такого города, Сталинград! Здесь царитель, прости Господи. Все! Пора бить в набат. Пора взывать ко всему человечеству. Я заклеила. А то семья Нобелевского лауреата гибнет. Вы имеете в виду себя? Нет, я имею в виду Веру Николаевну. Ее надо немедленно эвакуировать воздушным путем. Внимание! Что это? Оп! Господи. Скажи, помидоры. Да. Леня, откуда это? Это я сам высел. Своей комнате. О, Леня. Да что? Ой, какие зеленые. Мы снова живем большой дружной семьей. Окна заклеиваем. Хотя Грас не бомбили еще, говорят, не будут. Ян предпочитает не общаться ни с Галей, ни с Маргой. Я в таких делах плохо разбираюсь. Хотя Марга мне нравится. Спокойная, разумная. Да и Галя так гораздо лучше. Все-таки подобие хоть какой-то семьи. А чтобы с Яном жить, это надо иметь мой характер. Еще он жалуется, что нет денег. Соня, конечно, добрая душа. Денег заняла. Но их надолго не хватит. Ангел, Леня, не спорьте. Какой-то на вас напал сегодня приступ святости. Леня, надо оставить один помидор Ивану Алексеевичу. Сейчас, не надо. Обойдется. Обойдется. Ангел, Леня, это вам. Спасибо. Ой, осторожно. Где есть, пожалуйста. А давайте разожжем немного хвороста и попьем горячего чаю. Так, а у нас, по-моему, нет сахара. Сахара нет. А хворост Иван Алексеевич на себя израсходовал. Да вы что? Да ну что да, вы. Да, в воскресенье ночью. Перед тем, как в очередной раз нас покинуть, еще? Решил принять горячую ванну. А между прочим, был мой хворост. Сам его собирал на черный день. Да, я его припрятал. Думал, мало ли что. Иван Алексеевич пришел, взял. Добрый мать научил. Вот. А? Леня. Толстой или Чехов? Да я шучу. Давайте. Давайте. Только я вас умоляю, Иван Алексеевич, ни слова, ни слова. Вера Николаевна, вам не кажется странным, что его уже третью ночь нет дома? Ой, а что здесь странного? Вот что здесь странного, когда он к девкам ходит?
Ой. Леня, да побойтесь вы Бога. Боюсь. Ну что вы, ну каким девкам? У него денег нет даже на папиросы. Ой, а вы знаете, есть. Иван Алексеевич есть. Ему два раза по 100 долларов присылали из американского издательства. Откуда вы все это знаете? Случайно видел. Ну, Леня. Знаете, Лень, я его понимаю. Зато я не понимаю, почему ты его так защищаешь. Ведь можно подумать, вы с ним просто лучшие друзья. Я с ним? Послушайте, вы обе какие-то странные. Я не понимаю, почему вы о нем так заботитесь. Я забочусь? Вы, да. Кто? Ты, Галина. Я? Да, именно вы. С чего вы взяли? Ой. А его французская девка из ресторана. Девушки красавицы. Знаете, Леонид, вы же просто какую-то возмутительную чепуху болтаете. Галя, а что ты так возмущаешь? Вы действительно думаете, что говорить? Молчу, молчу. Мы были в казино, он пошел мыть руки и исчез. А я сидела и ждала. У меня не было денег с собой. Музыканты уже уходили. Я поняла, что он сбежал, но никак не могла встать. Сидела, как приклеенная к стулу. Было ужасно стыдно. Вы бы видели, с каким презрением они простили мне этот ужин. Я хотела умереть. Но, черт, опять нет света. Где-то была свеча. У вас есть спички? А вы? Садитесь, Жан. У меня только один стакан. Allez-y. Вы первый. А вы за вас. Вы очаровательны. Merci. Когда я вам сказал это впервые, вы были не так любезны. Можно папиросу? Вы останетесь? Non. Нет. Mais pourquoi? Почему? Il ne faut pas. Не нужно. Mais pourquoi? Vous ne voulez pas? Не хотите? Si, je voudrais bien. Хочу даже очень. Mais je ne resterai pas. Но не останусь. Постойте. Я хочу дать вам немного денег. Я не возьму. Прошу вас не спорить. Похоже, вы меня приняли, бог знает за кого. Это глупо. Возьмите деньги. Когда-нибудь отдадите. Как я вас найду? Это не трудно. Вилла Жанет. А вот почему вы назвали меня Жанет. Embrassez-moi. En adieu. Поцелуйте меня на прощание. Bonsoir, Jeanne.
Bonsoir. Леня, дорогой, да я тебя поцелую. Ты прости меня за все, и я тебя прощаю. Ну что, Иван Алексеевич? Какой вот день? Это что такое, помидоры? Я вообще терпеть не могу помидоры, особенно зеленые. Ну, спасибо. Это сорт такой? Решки-то. Нет, нет, это мой последний помидор. Ну что, тебе жалко? Посмотри, какая в ресторане подобрал. Пускай с нами поживет. Одной сучкой больше, одной меньше. Какое без значения? Он еще две. Я, Вера, барышня, гуляем всю ночь. Русские немцам на волге жопу надрали. Объясните мне, я вас умоляю. Что вы? Он с ума сошел. Такой веселый. Медам, рекомендую. Елизавета Александровна Штольц. Что я вам говорил? Урожденная. Урожденная Пушкина. Приняла победу русских на Волге, как подобает внучке великого поэта. Вас не укачало? Вы действительно внучка? Что? Как вы себя чувствуете? Вот. Что? Пушкина! Вот. Бабка чудесная! Только ни хрена не слышу! Что ты? Я все слышу, Ваня! Пардон, пардон. Русские Гитлеру жопу надрали! Браво, браво! Елизавета Александровна, вы не подражаете! Это Пушкина! Нет, точно внучка! Ян, я не поняла, кому что у нас... Я выждался. Немцы бегут с Волги, у них травма. Не рассчитывайте. Ты что? Жопу надрали. Ну ведь это же ура! Ведь это же совершеннейший ура! Могли бы с вами не встретиться, правда? Я пишу роман. Вы знаете, у меня не получается моя записка. Да что? Какая-то жизнь сумбурная. Я перестала понимать, что главное, что не главное. Я написала геморрой, а я... Я за бокалом мой разбился. Просто. Иван, не надо, ты пьяный. Еще кто-нибудь войдет? Это же мука. Не могу спать. Работать не могу. Все мысли о тебе. Сны, как у мальчишки. Ты здесь рядом ходишь, а я не могу до тебя дотронуться. Иван. Я не могу. Ну это когда-нибудь кончится? Это когда-нибудь кончится? Ну что, ну пятый день. Пятый день. Эта ужасная собака писает на мою постель. Если ты это не прекратишь, я уйду из дома. Ты понял? Успокойся. Перепугали собаку. Сидеть. Вот так. Фу, как не стыдно. Вита, ну что это? Ну зачем ты ссышь Вере в постель? Неужели нет другого места в доме?
Даже Гуров, уж на что противный, а и то таких вещей себе не позволяет. Ну разве Вера сыт в постель Гали? И Марга не сыт, и я, между прочим, хотя мог бы. Нет, Вита, это не метод. Этим ничего не добьешься. Ни хорошо, ни красиво. Обещай мне, что это в последний раз. Не то отдам тебя на съедение Гурову. Спокойно, спокойно. Собаку довели до истерики. Вот откусит тебе Гуров что-нибудь существенное, будешь знать. Ян, ты что, с ума сошел? А что такое? Ну что ты делаешь? Ты что, не понимаешь, что это ужасно спать с собакой? Ян, у нее блохи. Она чистоплотнее многих наших знакомых. Интересно, то, что Галя спит с Маргой, тебя не ужасает? Если бы ты знал, как меня раздражает это твое новое увлечение. Ты знаешь, у меня иногда такое чувство, что ее ты любишь больше, чем меня. Вера, тебе пора в сумасшедший дом. Кому ты меня ревнуешь? Это собака. Это я ревную? Я уже давно в сумасшедшем доме. Что за имя тут дурацкое? Вита. Как тебе известно, Вера, Вита по-латыни означает жизнь. А жизнь у нас не общая, собачья. Он спит с ней, разговаривает с ней. Просто помешательство какое-то. Откуда у вас сигара? Подарок. Другой стороной надо. Это он нам всем хочет продемонстрировать, какие мы плохие. Что собака это лучше? Да нет, я думаю, он к ней искренне привязан. Ему нужно что-то живое и теплое. Лёнь, замрите. Нет, вы знаете, я уверена, что это он мне назло. Спасибо. Назло. Вот вы, Марга, может быть, собак любите, а у него этого никогда не было. Разве не права, Соня? 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 О, Господи. Да, да, вы совершенно правы. Во Франции нечего делать. Фабрику-то мою разбомбил. А в Чикаго у меня сестра богатая. Я как все закончится, к ней поеду. Прокормит она меня как-нибудь? Угу. В Америке много еды. Собачка у него маленькая. Маленькая-маленькая. Слона съест и не подавится. Слона. Почему слона, Лёнь? Ой, слона, не слона. Какая разница? Нам есть самим нечего. Ой, смейтесь, смейтесь, сколько хотите. Как я понимаю Ивана Алексеевича? Господи, как я его понимаю? Я получила посылку, такую странную. Там, среди прочего, теплое белье. Что-то вроде трико с кальсонами. Ну, по женскому любопытству стала примерять. Да и сослепу засунула обе ноги в одну штанину. Тут у меня приступ случился, сердечко. Что? Стою и думаю, вот сейчас помру. Вот так меня и найдут. С двумя ногами, в одной штанине. Оп. Смешно стало. От смеха и приступ прошу. Слона! Скажи же, наконец, ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас. И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась поцелуя. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану, мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту. На пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание. Я взглянул через ее плечо, отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и горбился. Ян, открой, это я. К обеду никто не слышал. Вечером ко мне постучался Гурий. Папаша... Ян! Ну, в чем дело, Вера? Что случилось? Ты с кем разговариваешь? Ни с кем. Ну, перестань, я же слышала. Я читаю новый рассказ. Да ты что, кому? Ей. Собаке? Ну, а что такого? Вера, не мешай, пожалуйста. Нет, ну, перестань. Ну, ты что, шутишь-то? Нисколько. Господи, Ян, тряхнулся. Я в своем уме и трезвой памяти. Пожалуйста, оставь нас в покое. Ну, подожди, а можно я тоже с вами послушаю? Нет, нельзя. Нет. Почему? Нет, я тебя прошу, пожалуйста. Ян, ну, пожалуйста, я не буду мешать. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Ой, он сошел с ума. Ой, он сошел с ума. Леня! Лёнь! Я здесь. Ой, Леня. Что случилось? Леня, он сошел с ума. Не волнуйтесь. Ой, боже мой, сейчас он сошел с ума. Завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя по этапу
пятницу пропала Вита. Искали ее целый день. Только к вечеру позвонили соседи. Сказали, что она попала под автобус. Тихо. Боже, какой ужас. Ян. Ну, хорош. Ян. Она умирает. Вита. Тихо. Вита, родная. Бедная моя. Ян, осторожнее. Сделайте же что-нибудь. Что сделать? Ничего сделать нельзя. За что? Уходите всех к черту! Моя собака. Девочка моя. Уйдите всех к черту. Уйдите. Собачка моя. Я. Нет, я не могу это видеть. Да сделайте же что-нибудь. Ну, что вы стали? Не стойте же. Сделайте что-нибудь. Вера, ее все равно не спасти. Лучше пристрелить. Ой, Господи. Так, подождите, я сейчас. Вита, Вита. Ага. Тихо. Вот он. Вот он, возьмите. Хорошо. Держите, осторожно. Маргон заряжен. Давайте. Давай, стреляйте. Стреляйте. Ну. Нет, я. Я не могу, Вера Николаевна. Держите. Скажите, вы счастливы? Нет, несчастлива. Выпейте, Иван Алексеевич. Я, наверное, должен вам сочувствовать. Нет, это лишнее, я не страдаю. Пейте, пейте, Иван Алексеевич. Ой, гадость какая. Как вы думаете, это когда-нибудь кончится? Конечно. Русские уже штурмуют Берлин. Да я не об этом. А мы с Галиной уезжаем в Америку. Мне предложили работу. Это что же, род недуга? Соня в Америку, вы в Америку. Надо Леоне с Верой в Америку податься. У меня все равно уже ничего не осталось. Какой прок со мной жить? Вторую-то Нобелевскую, я боюсь, не дадут, а? Как вы думаете? Постарайтесь уснуть. Марго, не могу я так. Держи. Что? Я должна с ним поговорить. Да я же ему все сказала. Галя! Ты не сердись на меня.
Я буду тебе писать. Бог с тобой, Иван, ну что ты? Ой, господи, господи, ничего не вижу. Прощайте. До свидания. Послушайте, о чем они могли так долго говорить? Ладно, бог с ним. Эти очки. А Ян говорит, что я в этих очках похожа на старого тетчего. Леня, почему молчать? На что вы тратите свою жизнь? Я не понимаю, на что, на служение ему. Кому? Он этого даже не замечает, ему это совершенно не нужно. Вы не можете его бросить из чувства долга, из жалости. Нет, это я все понимаю. Из жалости. Скажите, а то вам не жалко меня, а? Нет, который столько лет предан вам, как собака, который ради вас терпит все эти унижения, оскорбления, эти скандалы. Знаете, ей-богу, вот мне иногда кажется, что вы ко мне относитесь точно так же, как он к вам. Нет, это неправда, Леня. Это неправда. Я вас очень ценю. Если бы вы знали, как вы мне дороги. Поехали в Париж. Поехали, вы должны стать моей женой. Вера. Послушайте, это чей носок, а? Это ваш носок? Или это его носок? Что-то я совершенно запуталась. С вами, Леня. Леня, да вы что, Вера Николаевна испугается. Тише, да тише, что с вами, Леня, возьмите себя в руки. Господи, вы с ума сошли. Не волнуйтесь, подождите, вот сейчас я вам помогу. Сейчас все будет хорошо, Леня. Перестаньте вы дуться на весь мир. Секунду. Вот. На весь мир и меня. Давайте сюда. Лёнь, успокойтесь. Ну что такое? Возьмите себя в руки. Не будьте бабой. Ну. Холодно. Вот и Леня уехал. Все уехали. Кончился этот дурной сон. Ну ты сам себе все это устроил. Ой, слушай, я совершенно забыла, тебе письмо пришло утром. Возьми. Знаешь, у меня такое чувство, как будто я стал здоровый после долгой болезни. Погоди, я еще писать начну. Мелькает что-то. Вон она, оба.
Молодые, здоровые, сильные. Так, чтобы все, плечи, зубы, колени, все ладное, гладкое. А потом солнце слепящее, она ест яблоко, яблоко твердое, она откусывает с хрустом, а на мякоти сок пенится, пузырьки лопаются, а потом он ее убьет со страстью, с удовольствием. В любви столько звериного, грубого, темного. Ведь никто еще не написал это как следует. Ну, а убивать-то ее обязательно? Непременно. А может, она в монастырь уйдет. Угу. Кто ее знает? Ой, что это? Деньги, что ли? Деньги, слушай, как много. От кого это? Ничего не пойму. Адреса нет, но брат. Вот посмотри, записка. Держи. Что это? Ну-ка, от кого это? Ну? Видишь? Это прелесть. Старый долг. Я уже думать забыл о нем. Ну, от кого это? Ну, так. Одна дама, я ей дал когда-то. Ага. Займой. Ага. Ну, понятно. Невинное приключение. Да понятно, понятно. Ничего тебе не понятно. Слушай, много как, а? А может, в Италию поехать? Чего? В Италию? Поедем в Италию. Ты же хотела в Рим. Ну, хотел. Да поедем. Что, действительно поедем? Поедем. Слушай, даже странно как-то. Что, вдвоем поедем? Ты да я? Вдвоем. Ой, слушай, а ты действительно, я смотрю, ожил. Ожил. Ты знаешь, я всегда думала, что тебе нравится такая жизнь. Вера, ты меня любишь? Я тебя? Я тебя терпеть не могу. До Италии мы не доехали. Ян умер от сердечного приступа в поезде. Деньги от Жанны пришлось истратить на похороны. А Галя была на отпевании. А на кладбище не пошла. Я виделась с ней и с Маргой еще раз. Они приезжали ко мне из Америки. Мы несколько лет переписывались. Леня лежал в психиатрической лечебнице. Я навещала его. Потом он жил у меня в Париже. А потом я умерла. Я лилицы, румянецы, вы мои. Прикатитесь, цепила лицо вдалой. Прикатитесь, цепила лицо вдалой. Едет, едет мой ревнивый муж домой. О-о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 -
мой ревнивый муж домой, он везет, везет подарок дорогой. Ой, ли-ли-ли, глюжит ли-ли-ли. И он видит, видит подарок дорогой, плетеною шелковою бандажой. Лилёк, Лёшеньки, Лёйля, плетеною шелковою бандажой, хоча, хоча меня молоду поведёт. Лилё, эх, Лёшеньки, Лёйля, хоча, хоча меня молоду поведёт.
поля. Только был моей пятой, у соседа на беседе я была. Эх, Лёшеньки, Люида, Лё, у соседа на беседе я была, да супротив холостого сидела. Эх, Лёшеньки, Люида, я супротив холостого сидела, холостому стакан мёду поднесла. Эх, Лёшеньки, Люида, и холостой стакан мёду принимал, к стакану белый рот прижимал. Эй, Люди, эх, Лёшеньки, Люида, к стакану белые руки прижимал, при народе сударушкой называла. Эх, Люжда, Лилюля, ты сударушка, лебедушка моя, понравилась походушка твоя. Эх, Лёшеньки, Люида, убили лицы румянец, катитесь, белалица долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хоча, хоча меня молоду побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знаю и не ведаю за что.